Находимся в микрорайоне Солнечном, в районе объездной дороги. Хороший, уникальный пример ГЧП, когда будет создано плоскостные сооружения, рулидром, площадка для скейтбордеров. И это все на основе государственно-частного партнерства в нашем городе. Сегодня, в конце сентября, этот объект будет сдан. О чем сегодня говорили? О том, что нужно сделать таким образом, чтобы рядом территория, которая находится, тоже имела законченный вид. Это не вклад не только нашей компании, это компания еще «Сибстрой». Мы здесь совместно участвуем в этом проекте. И вот это, ну, стоимость объекта будет примерно там 25-30 миллионов рублей. Это вот наш подарок для города Иркутска, для всех жителей.